Пилоту вспомнился ночной гость, дух Акувукш. Тогда пилоту захотелось его поддеть. Шибко умничал ночной гость. Судя по выражению «да нет», ты русский дух. Не в смысле аромата, конечно, а чисто патриотически. Невозмутимый дух ответил: ну, вроде того. Я не дух места и образовался не здесь, но здесь я нашел долину, где две юные реки параллельно разбегаются в противоположных направлениях. Над каменистой полоской суши между ними играют струны их энергии, а я в них блаженствую. Попробуй, тебе понравится. Однако скучаешь, раз пришел. Случается, но я не могу жить там, где люди. Слишком большая энергетическая засоренность. Эта какофония вибраций меня разрывает. Впрочем, есть духи, которые приспособились и поживают там, в городах, припеваючи. Ты не знал, что духи любят петь?